И вот сборная команда Болгарии. Вот эти девочки, конечно, и про эту сборную очень много говорят, потому что блестящие просто у них композиции, что с обручами, что с лентами-скакалками, но немножко они были в этом сезоне нестабильные. Посмотрим, как им сейчас это упражнение удастся, потому что вчера вот они откатились на 4-е место в многоборье, завалили они ленты-скакалки напрочь. Вот сейчас посмотрим их упражнения с обручами. Действительно, очень интересные. Девочки все высокие, худые. Это ценится у нас в гимнастике. Молодцы, девочки. Хорошо сделали упражнение. Была ошибка у них на переброске. Чуть-чуть не добросила гимнастка обруч и пришлось ей подползти. А там еще и шел элемент на 70-х. И она опустила руку на пол. Я думаю, что на втором месте их поставят судьи. Хотя композиционно лично мне это упражнение нравится больше, чем у белорусской команды. Есть такие очень интересные соотношения с музыкой. И